Микеланджело Буонаротти – это хрестоматийный образ эпохи Возрождения, так сказать, его эталон. Но так было не всегда. Нам нужно понимать, что скульптура эпохи Возрождения была разной. Вот сейчас я вам покажу несколько удивительных портретов скульптора по имени Пьетро Торриджано. Они сделаны из обожженной глины, невероятное качество, ну и уровень высочайших образцов Ренессанса. Этот скульптор мало кому известен, потому что он был всегда в бегах. У него была одна большая неосторожность. Он сломал Микеланджело нос во время их конфликта. И вот с этого момента Медичи прогнали его, и он оказался в бегах. Он не имел больше ни одного серьезного заказа. Вот такая вот история искусств. Оказывается, человеческий фактор решает все.